256 строений вывезено и снесено в Магадане за 2020 год. Среди них незаконно установленные гаражи, сараи, разного рода ограждения. 33 брошенных разукомплектованных автомобиля эвакуировали без регистрационных знаков. Такая работа ведется с целью очистки дворовых территорий Магадана для последующего их благоустройства. В этом году снесли бесхозные строения на улицах Ямской, Октябрьской, Наровчатова и Приморской. Эту местность готовят к формированию городской набережной. Как неоднократно отмечал мэр Магадана Юрий Гришан, в планах руководства города создание вблизи парка «Маяк» пешеходной зоны, дальнейшее обустройство сквера «Морской», объединение прибрежных территорий в единый комплекс. Попутно специалисты формируют план работы на 2021 год. В него войдет не менее 200 объектов. Постройки, подлежащие сносу, выявляют инспекторы. Они же следят за соблюдением законодательства о благоустройстве городских территорий. Кроме того, сигналы о проблемных участках поступают от населения через муниципальный ресурс «Народный контроль».